Ну что ж, наверное, вчера вы слышали очередной взрыв бытового газа, на этот раз в городе Шахты Ростовской области. И на примере этого дома, где были снесены два этажа и разрушена фактически вся верхняя часть, становится еще больше понятно, что же произошло в Магнитогорске, именно потому, что приблизительно время взрыва совпадает. И правда, хоть это дома разных конструкций, то есть разного типа строений, понятно, почему в Магнитогорске произошло такого рода разрушение. Чтобы разобраться, не дадим конспирологам шанса обмусоливать эту тему еще на 30-50 частей, а подумаем, как здравомыслящие люди, в чем же может быть истинная причина. Я в этом ролике назову три возможные абсолютно банальные причины. Для начала обратимся к сети и почитаем, что пишут местные жители, что там было в этом городе. Итак, местные жители считают, что взрыв произошел в городе Шахты по вине коммунальщиков, которые заморозили людей. В наших домах было нереально холодно, мы спали в одежде и, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки 2 или 4 сразу, и в квартирах появлялось хоть какое-то подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил, пишет жительница города Шахты. Конспирологи доморощенные, разумеется, тут же стали выдвигать свои версии про шахты, примерно те же самые, что и про Магнитогорск. Неужели так изношена наша инфраструктура, спрашивают они. Очень сильно опасаюсь, что да, именно так. У нас в Сестрорецке несколько лет назад был взрыв одновременно сразу в двух домах. Дома кое-как устояли, а вот жертвы были. К сожалению, словосочетание «техногенная авария» становится все привычней. Почему? А надо ли объяснять почему? Мы тут годами эти «почему» объясняем. Потому что величие страны – это не когда раскрывается пасть на соседей, это не когда делаются какие-то суперракеты, это не когда создаются купленные на корню партии за рубежом. Это все не величие, а совсем наоборот. А величие – это когда людям хорошо и удобно жить. Это когда за инфраструктурой следят, а денежки на инфраструктуру не разворовываются. Вот это и есть подлинное величие любой державы. Вот что пишет Дмитрий Гудков. Через 2 недели после Магнитогорска новый взрыв дома в ростовских шахтах. Погиб как минимум 1 человек, еще 4 не могут найти. Здесь трудно сказать что-то, кроме соболезнований, но есть ошибки и есть тенденции. Если один за другим взрываются дома, если мы так и не слышим внятного объяснения причин, значит проблема стала системной. Мы боимся терактов и террористов, но происходящее вокруг нас говорит о том, что бояться на самом деле надо запущенной коммунальной сферы и хапуг, оказавшихся во власти и озабоченных лишь выколачиванием из нас бесконечно растущих коммунальных платежей. 45 взрывов газа за последние 2 года. И террористов не надо с такими, блядь, хозяевы. Вот, пожалуй, последний комментарий лучше всего описывает мое отношение к ситуации. Я говорил в предыдущих роликах, что террористы в России не нужны, страна идет в разнос, совершенно прогнившая система будет давать о себе знать то тут, то там. Первая абсолютно банальная причина. В стране, которая продает газ, это значит газа у нее в избытке, люди замерзают в домах, спят в одежде и вынуждены как-то обогреваться за счет того, что включают конфорки. А дальше происходит следующее. Огонь каким-то образом потухает, газ продолжает набираться, люди спят и не знают, что происходит. Утром сосед просыпается, выходит, знаете ли, покурить. Вот вам и бум. Вот так это, скорее всего, было и в первом, и во втором случае, так как накануне было очень холодно. И часто, к сожалению, в России люди греются подобным образом. Это первая банальная причина.
Вторая причина, не знаю, насколько она верна, но в сети я нашел некоторые сведения, что жители в доме города Шахты жаловались на то, что чувствовали запах газа за несколько недель до этого, то, что и должно происходить. Батареи, трубы, канализация. Если годами по 20 лет это ничего не проверяется и не заменяется, то ничего удивительного, что где-то начинает пропускать. Собирается постепенно, поднимается наверх, это особенность, знаете ли, газа, и в конечном счете кто-то чиркнул спичкой и бум. Ну а третья причина, то, о чем, может быть, вы не задумываетесь или не хотите об этом думать, но в России сейчас, я вот вчера только прочитал статью, колоссальное количество самоубийц. Эти цифры бьют рекорды. Больше всего за последнее время убило людей себя в ДНР и в ЛНР, это в тех самых республиках, где строят светлое будущее. А как вы думаете, сколько людей убивает себя в России? Люди, доведенные до отчаяния, кто не видит выхода из ситуации, по уши сидящие в кредитах и долгах, начинают убивать себя каждый как может. Ну и, конечно же, газ – один из самых простых способов. Открыл конфорки или духовку, лег поспать и на следующий день не проснулся. А вот то, что газ собирается, и это может быть опасным для всех в этом подъезде, человек либо не думает, либо ему уже в этот момент на все наплевать. Поэтому разберитесь сначала, кто конкретно, откуда, с какой квартиры произошел этот самый бум, а потом скажите мне, что эту причину можно исключить. Даже в Западной Европе больше всего людей убивают себя на праздники. Именно в дни Рождества самое большое количество суицидов. Почему? Потому что семейные люди собираются в праздники, одиноким становится вдвойне одиноко. А если в России 31 декабря чуть ли не самый главный праздник, человек, может, не смог создать себе уют, не смог накрыть стол, как это ожидалось, может быть, накануне жена ушла и мало ли что происходит. Люди именно в канун праздников, как это ни странно, чувствуют себя одинокими и потерянными. Год начинается, год не сулит ничего хорошего, так зачем вообще идти в этот Новый год? Вот три банальные причины. Тех, кого спрашивают и показывают вам интервью, что, дескать, газа они не чувствовали, почему вы не обращаете внимания, а с какого этажа эти люди, максимально со второго или с третьего? Почему не опрашивают тех, кто жил на верхних этажах, где, скорее всего, и был запах газа? Да потому что этих людей нет в живых. Мало того, что регионы отдают до копейки в Москву, Москва жирует без меры, по третьему разу перекладывают плитку и украшают свой город, пытаясь произвести впечатление на жителей и иностранцев. А вот в таких бедных городах не остается, естественно, ни на что денег, ни на капитальный ремонт, ни на обычный контроль. К тому же на местах каждый тянет как может. Если вы помните эту феноменальную историю в конце года, когда вдруг оказалось, что мэр города Клинцы. Господа, Клинцы, вы когда-нибудь слышали о существовании такого города? Так вот, мэр города Клинцы, посмотрите на эту физиономию, зарабатывает 1 миллион долларов в год. 1 миллион долларов зарабатывает мэр города Клинцы. Вот эта новость должна была шокировать всех в этой стране, пожалуй, больше, чем взрыв газа. Мэр несчастного города Клинцы зарабатывает больше, чем Ангела Меркель, Обама и любой мэр любого самого крупного европейского города. Никогда мэру Берлина не приснится миллион долларов в год, а мэр города Клинцы эти деньги имеет, еще и смеется, отправляя своих детей и детей чиновников за счет бюджета отдыхать в Турцию. Это дети миллионеров едут отдыхать за счет бюджета. Я не знаю, что должно произойти в этой стране, но ситуация не просто ужасающая, она катастрофическая. Люди потеряли самые важные качества, например, такие как
инстинкт самосохранения. Даже в животном мире безопасность, то есть жизнь, стоит на первом месте. Посмотрите, как это происходит в природе. Если хищник стоит рядом с пещерой или с норой, никогда зверь не выйдет, ни пить, ни есть, он лучше несколько дней поголодает, но прежде всего будет искать безопасного места, а уже потом думать о питании, о питье или о размножении. В России думают о еде, думают о том, как взять новый кредит для того, чтобы погасить предыдущий, думают о том, как купить новые красивые вещи, как бы чего выпить на праздник, а вот о безопасности не думают. Шкала ценностей перевернулась. У людей нет понимания, что должно стоять на первом месте. А ведь по сути сначала жизнь, а потом все остальное.